Здравствуйте. В Перми 16 часов, и мы начинаем вещание с прямого интернет-канала, с прямого интернет-телевидения, который называется «Nota Bene Live». «Nota Bene, обрати внимание». Программа, посвященная медицинским и социальным проблемам. И одну из таких социальных проблем сегодня нам будет освещать психолог, гештальт-терапевт, тренер Константин Обшаров. Здравствуйте, Константин. И мой соведущий мне будет помогать, Георгий Сочин. Еще раз здравствуйте, Георгий. Вот так получается, что любую социальную активность в основном проявляют женщины. И как-то их всегда больше на тренингах, на семинарах. Ну, вот как-то они мобильнее, всегда лучше адаптируются. Так получилось, что сейчас я в мужской аудитории нахожусь. Это большая редкость. А говорить мы будем о том, почему же женщин больше, почему же они социально активны, почему мужчины подавлены. И Константин нам будет освещать вопросы, как из мальчика вырастить мужчину, почему это сложно, и, собственно, почему мы вообще и программу на эту тему делаем. Это что за такая социальная закавыка? Это вопрос? Это вопрос, да. Я не знаю на него ответа. Это сложно из мальчика сделать мужчину в современном мире? Часто непонятно как. А чего не хватает? Ну, в традиционном мире все было понятно. В традиционном, в каком традиционном? Какую традицию берем как пример? Славянскую, ведическую, какую-нибудь мусульманскую. Ну, неважно, то есть в традиционном мире, что мужчина должен быть защитником, добытчиком, он должен уметь охотиться, он должен уметь пахать, он должен уметь выживать и обеспечивать выживание своей семьи. И под это дело как раз были всякие обучающие моменты с молодых когтей. Да, то сейчас это непонятно. Современный мир, он очень разнообразный, он не требует вообще выживания. И поэтому непонятно, каким должен быть современный мужчина в современном мире. Но, вероятнее всего, разным, чтобы уметь и социально выживать, и уметь делать то, о чем вы сказали, то есть добыть, когда надо защитить, когда надо, может быть, даже ну, и убить заради, может быть, пропитания. И никто не учит вот быть таким вот, ну, скажем, условно назовем первобытным мужчиной. Куча всяких СМИ, куча всяких интернет-каналов и вообще, в принципе, информация о том, как быть метросексуалом, о том, как быть, ну, в том числе и брутальным, наращивать себе мышцы, наращивать себе вот такое нефункциональное мясо. Слушай, я просто не готов в таком глобальном формате обсуждать. Тогда все, я заявлял тему, в общем, так складывается ситуация, что я последние года полтора-два много консультирую мальчиков. Младшего школьного возраста, подросткового возраста. То есть плотно имею... Границы возрастные? С 8 лет, с 10, с 12? С 9 лет до 16 и выше. Угу. И что-то заметил, поэтому, да? Поэтому я, конечно, наблюдаю за ними. За каждым случаем бывает, ну, за некоторыми случаями вижу какие-то типичные ситуации. Я вот про это хотел говорить. Говори. То есть, потому что мне интересно не обобщать, делать какие-то вот массовые наблюдения, да, и статистические выводы делать, а скорее наблюдать за конкретным парнем. Ну, возьмем тогда, Георгий рвется в бой. Да, я хочу в таком случае, раз вы хотите привести конкретные примеры и примеры решения конкретных проблем, да, каких-то мальчиков, там, Петя, Ваня, то я бы хотел поднять именно в глобальном смысле этот вопрос. И начать не с 900. Ну, я вообще считал, что проблема у нас в во Второй мировой войне. Но недавно я наткнулся на публикацию, что проблема даже не во Второй мировой войне, а в Первой мировой войне. Потому что эта война, как та, так и другая, и репрессии, так сказать,
уничтожение 6-7% населения в такой войне приводит к изменению характера нации. Это известно, это опубликовано. Причем эти 6-7% это были мужчины, естественно, мужчины самого такого и детородного, и социально активного возраста. Эти мужчины были выбиты или войной, или репрессиями. И после Первой мировой, как решалась эта проблема, мне не совсем известно, разве что можно привести пример Василия Ивановича Чапаева, но это отдельный разговор. А после Второй мировой войны проблема решалась таким образом, что резко возросла роль женщины. Если до войны женщина была домохозяйка в большинстве случаев, она вела семью, она практически не работала, потому что зарплаты мужа, ну, большой или маленькой, но ее хватало для того, чтобы накормить там 3, 4 или 5 детей. И главой семейства был мужчина. После войны сложилась ситуация мать-одиночка, один штамп, и второй штамп, безотцовщина. Такого было очень много. То есть мальчишка в послевоенной семье не видел роли мужчины в обществе, раз, а видел роль женщины. Роль женщины резко выросла. Вот. А последующие годы, 60-е, 70-е годы, тоже и пропагандировалось увеличение роли женщины и снижение роли мужчины. Это во всех фильмах обыгрывается, это на слуху известно. И сложилась ситуация, когда, скажем, в мусульманских странах или в наших южных республиках, ну, возьмите Чечню, скажем, да, парня воспитывают, ты должен драться, ты боец, ты должен победить врага, то нашему мальчику говорят, нельзя драться, это нехорошо. Так, ты... Вопрос. Вот я вам просто объясняю, как складывается ситуация. То есть, в результате... Вопрос в том, что мы с Георгием подвели, наверное, вот такую глобальную как раз картину. Да, основу. И вот так что, вот... что сложилось? Судимся до конкретного Пети мальчика или Пети, Вани. Да. Что делать мальчику Пете, у которого мама и нету папы, и мама не знает, как его воспитывать? Или воспитывать его по подобию... Да. Девочки. По образу и подобию девочки. А еще добавим к этому пьянство. Когда мальчик видит пьяного отца, который лежит на диване, и видит мать, которая пашет с утра до вечера. Что делать вот с таким Петей? Наверное, ничего, да? Или давай... Ну, сейчас подумаем просто. На практике. Опять же, я не хочу вот уходить так далеко в исторический анализ. И как это повлияло на мужчин. Потому что, на мой взгляд, есть куда более важные особенности, взятые из современной жизни. Например, я согласен с вами, что... Ну, то есть, только вы говорите, что это в результате Первой мировой войны. Да, это я думаю, что в результате условий современной жизни дистанция между мужчинами, она велика. То есть, единицы, когда парень или мужчина может сказать, что у него есть близкие отношения с отцом. И у этого... Какие причины? Ну, например, в практике я как замечаю? Я вижу, что, допустим, отец приводит сына на консультацию, и вот в разговоре с ним я понимаю, что он переживает, да, за ситуацию сына. Но он свои переживания не может выразить, а своей тревоги за сына он не может сказать. И он свои чувства каким образом выражает? В подтрунивании. Или он говорит... Он подкалывает его, да? Да, он подкалывает и говорит, ну ты же парень, ты должен с этим справиться. Да? А парень это воспринимает как пристыживание, как указание на то, что он слабак. И в результате он либо начинает сердиться, либо часто... Либо парни, допустим, вообще уходят из контакта с отцом. Да? Поэтому я часто вижу, что для того, чтобы критиковать сына, отец сначала должен вот суметь
Базу создать, да? Вот создать базу, да, суметь проявить и показать свою любовь к сыну. И уже только на этом фоне он уже может какие-то неприятные вещи парню говорить. Они тогда сойдут, вот нормально сойдут, без всяких обид, да? То есть тут получается не столько проблема парня, сколько проблема отца. И того, и другого, потому что и проблема их обоих в том, что есть такой негласный, не знаю, кодекс чести у мужчин, что мужчина, он должен быть сильным. Поэтому очень часто мужчины скрывают моменты, в которых они чувствуют себя уязвимыми. И это приводит к тому, что они либо плохо начинают чувствовать себя, например, парень начинает вытеснять страхи, перестает их замечать, снижает свою чувствительность в этой зоне. В результате он перестает учитывать риски. И начинает быть адреналинщиком и безбашенным, да? Да, начинает быть безбашенным или систематически начинает терпеть неудачи. Потому что он, шашка начинает махать, в бой рвется, а какие-то сложные моменты не учитывает. Да. Или наоборот, очень часто проблема ярости связана с этим. Вот если у мальчика есть приступы ярости, то когда мы начинаем разбираться, то там внутри обнаруживается, что яростью он реагирует на соприкосновение с какой-то своей слабостью. То есть ярость не столько... Но прямо он не может сказать о своей уязвимости, и он начинает маскировать и злиться. И показывать свою силу, якобы силу. Хорошо, тогда я попрошу, буквально, может быть, на пальцах, прямо вот несколько каких-то вариантов, с какими чаще проблемами сталкиваетесь у современных мальчиков. И уже побольше пальцев попрошу назвать выходы, пути выхода. Вот я понимаю, что... Формат передачи такой, что он требует каких-то готовых решений. Нету, я понимаю, что их нет, но просто да. как-то чуть-чуть обобщаю, чтобы мы хоть чуть-чуть предметнее как-то было. Может быть, пример, может быть, Петя, Вася. Давайте вот я буду говорить про то, что мне интересно. Да. Мне, для многих ребят, многие парни, у них есть трудности с выражением агрессии в разные стороны. Есть ребята, у которых эта агрессия подавлена, есть ребята, у которых она, наоборот, чрезмерно выражена. Uh-huh. Они не умеют управлять ею. И вот... сейчас я консультирую парня, у которого унижают в школе, и он не может дать сдачи. Физически-то он может, он достаточно сильный. Он внутри себя не может себе это позволить, он эмоционально, да, не может раскрепоститься и позволить себе это сделать. И мы с ним стали разбираться, в чем причина. Говорит про то, что он стал вспоминать детский сад. Хотя ему сейчас сколько лет? Ему 14 или 15 лет. Угу. Он стал вспоминать детский сад, когда, был ряд случаев, когда, когда одногруппники, парни начинали кого-то оскорблять, обзывать. И вот он рассказывает случай, когда он сначала сказал парню такому, что перестань так себя вести. И когда тот проигнорировал, он в какой-то момент разозлился и начал с ним драться. И намерение-то у него было благородное. То есть он защищал кого-то. Кого-то парень обзывал. Угу. Но воспитательница это увидела, иначе. Драку разняла, и он в этой ситуации оказался виноват. И таких ситуаций было несколько. В результате он неосознанно сделал вывод, в случае чего разбираться не буду. И поэтому, почему он сейчас не может себя защитить? Потому что он боится оказаться виноватым в школьной системе, что его приведут к директору, и у него там фантазия, что его исключат из школы.
возможно. Понятно. Но ведь, по сути дела, он и ответственности теперь боится. Да ведь? Он не то, что боится просто быть виноватым, он боится взять ответственность за свое действие и сказать: да наплевал я на эту, ну, на эту виноватость. Я в любом случае поступаю так, как должен поступить. Там, защитить уже вообще не кого-то, а себя. Он просто этого не осознавал. Он даже не понимал. А сейчас, когда он это вспомнил и понял, ну, как бы один из корешков, который привел к такой ситуации, вот у него теперь уже появился выбор. То ли продолжать это терпеть, то ли, допустим, взять на себя смелость и взять ответственность за то, что он вот в школе может оказаться виноватым. Вот, я про то. Костя, а сложно вот таких вот 14-15 лет мальчишек разговорить вообще, чтобы они вот начали, ну, хотя бы не отрицать вот психолога и вообще вот его появление в своей жизни, а как-то, ну, даже на контакт идти, это ну, сложно? По-разному была жизнь. Такая сложность. Вообще парни крайне редко обращаются сами за помощью. То есть, приводят их, наверное. Как правило, их мама приводит. Даже не папа, да, мама? Мама. И первые разы, когда я начинал таких ребят консультировать, очень часто, ну, как бы, их, ну, они насильно приходили. Угу. Ну, то есть, мама так начинала упрашивать, или говорить, что тебе надо сходить, что парень понимал, что ему проще уступить маме и сходить. Но лишь отвязаться. Да, но при этом он ко мне приходил, и желания разговаривать и работать у него, конечно, не было. И очень часто разговор заходил в тупик, и работа заходила в тупик. Поэтому я сейчас, когда мама обращается, договариваюсь, что для парня встреча со мной – это проба. По итогам первой встречи он сам принимает решение, продолжать ему встречаться или, ну, или нет. И а вы просто разговариваете, там ничего другого? Просто разговариваем. Просто разговариваете, да? Ну как, понятно, что… Ну, в смысле, мы разговариваем, но не просто, то есть это же беседа инструментная работа. Безусловно. Я имею в виду, что никаких там нет контактных вещей, там, не знаю, имитации драки, там, ну, ничего такого. Ну, такие вещи возможны, то есть, поскольку я сам... Уже рукопашник, да? Я занимался рукопашным боем, поэтому я могу на примере поединка какие-то психологические моменты замечать. Mm-hmm. То есть, чтобы человек, ну, отключил, скажем, рацио, да, и вот по движениям тела, что-то прочитать. Yeah. Хорошо, если мы конкретно нашим Петям Васе возвращаемся, какие-нибудь удачные примеры расскажите, чтобы было так, стало так. Пришел с такой проблемой, ушел от меня. Вот у меня интересный случай был. Я веду психологическую группу для мальчиков. Там, возраст? 80 лет. 8-10? 8-10. И там один из парней, он сказал, ну, то есть, на протяжении нескольких занятий он примерно одно и то же сообщал, что я слабый, и во мне нет ничего хорошего. То есть, но на группе об этом он говорит, отказывался. Когда я стал с мамой общаться, она подтвердила, что да, он действительно так к себе относится. И я с ним встретился, стал спрашивать, ну, а чего же он так к себе относится. Он побольше, ну, он в конце концов, видно было, что ему это очень тяжело, он минут 10 просто духом собирался. И потом он мне сказал, что я слабый, потому что все парни в классе подтягиваются хотя бы по одному разу, а я не могу. Ну и второе, он сказал, что я слабый, потому что я чувствительный, обидчивый. Ну и внезапно я почувствовал вдруг, что это правильно, я ему сказал, ну если хочешь, то я могу тебя тренировать, чтобы ты научился подтягиваться. Он согласился. И два раза в неделю мы с ним стали встречаться на стадионе. На стадионе трудовые резервы, то есть это было зимой, под открытым небом. Ну, я там, план тренировки у меня, такое упражнение делаю,
Мы приходим на стадион, и я понимаю, что это все не работает. То есть он не может подтянуться или просто цель не будет достигнута? У него даже желание, то есть ему неинтересны упражнения. То есть я ему упражнения предлагаю, а он тут же теряет интерес. Я вдруг понимаю, что с ним нужно играть. Просто делать разные физические игры. Я стал предлагать такие игры, смотрю, ну, то есть тоже было удивительно. Какие-то игры ему нравятся, какие-то не нравятся. Хотя они мне кажутся интересными. Дальше я стал наблюдать. Вижу, что он спонтанно, ну, то есть, вот есть этот стадион, и там есть разные места. И его что-то притягивает. Вот я смотрю, он мне в какой-то момент говорит, я хочу строить замок. Я, окей, давай строить замок. Только там горка, я его там говорю, вот давай ты там валуны катаешь. А потом... сколько лет? 10 лет. 10 лет. Потом я увидел, что ему интересно, ну, то есть там фигура такая металлическая. Он все около нее трется. Я понимаю, что ему интересно туда залезть. Вот я ему предлагаю, давай залазь. Он до гребня залез, ему перелазить страшно. Я его поддерживаю, говорю, давай я тебя страхую, если что, добью. Потом он тихонечко спустился. Потом мы нашли пейнтбольную площадку. Ну, к чему я это говорю? К тому, что... сначала, когда я ему предлагал всякие испытания, ну вот там, допустим, стоят щиты такие деревянные, я ему говорю, давай ты перелезешь. И он сначала отказывался. А потом потихоньку стал втягиваться. Вот, а потом потихонечку через такие игры, через... вот я подбирал ему эти испытания, которые ему по силам. Сейчас быстро договорю. И в конце он уже, не я ему стал предлагать, а у него проснулась собственная инициатива, и он сам мне стал говорить, а давай вот это сделаем. Вот я как раз это хотел сказать, да. Вот я могу привести пример. У меня есть тоже один молодой человек, который, наверное, в своей жизни ничего не сделал из того, что хотел. То есть он все время по жизни был вынужден делать только то, что ему говорят, то, что ему предлагают. И вот он сходил на тренинг, опять же, на психологический. И на этом тренинге он вдруг понял, что можно чего-то захотеть и сделать то, что он захотел. И я бы сказал, что после такого тренинга он просто другим человеком стал. И тут примерно вот ваш пример, да, что парень сам захотел подойти вот к этой штуке, сам построить там из этих кубиков какую-то там конструкцию. Да. То есть он захотел, и он убедился в том, что можно сделать то, что он захотел. То есть он проявил себя как мужчина. Один комментарий еще. Да. Совершенно с этим согласен, что вот эта особенность работы с мальчиками, что с ними часто через действие надо делать, особенно вот в младшем школьном возрасте. И вся сложность в этой работы психолога в том, чтобы суметь нащупать вот это действие в зоне ближайшего развития. Чего он хочет, да? Действие в зоне... Действие и действие в зоне ближайшего развития. То есть все, что доступно. Что-то сделать среди того, что где-то... Предложить ему действие, которое бы он хотел сделать, чтобы это действие опиралось на его интересы и на его запросы. Мне кажется, вот 8-10 лет это еще такой хороший возраст, а вот 14 и выше, ох. А там что, какой можно такой, может быть... Там про ней, конечно, интересуют вопросы взаимоотношений с девушками. Уже? Конечно. Кого-то вот 12-13 лет. Это, наверное, самые социально активные пионеры. То есть их еще не интересуют девушки, но уже хватает силы что-нибудь сделать самим. Вот. И что-то для 14-летних, какой-нибудь маленький рецептик, и будем закругляться. Восемь, десять – это действие в зоне ближайшего какого-то окружения. А в 14? Ну, в 14, как правило, парни чего боятся? Они боятся девушке показать себя настоящим. Ну, то есть… Какой он есть.
Да, какой он есть. И они боятся, что девушка отвергнет. Угу. Вот такие. Поэтому ну, на своих занятиях я парней тренирую, чтобы они учились себя вот такими настоящими показывать. И хороший способ для этого, я считаю, это пляс. Не танцы, когда есть определенные движения, да, заученные, а пляс. Я специально подбираю мужские народные песни, музыку. Без народные разницы. Не, не без разницы. Это русские могут быть, это лезгинка может быть, это какие-нибудь исландские песни. Но музыка, которая для них не знакома, как правило. Но она по характеру мужская. И дальше просто мы начинаем писать. И видно, как сначала они зажимаются и робеют, и стесняются, но потихонечку, как они раскрепощаются, и вот какое-то их нутро начинает вылазить. Опять же, через действие. Через действие. Через действие. То есть изменение сознания через действие. Да. Наверное, это основной рецепт. В общем, наша программа, обрати внимание, и наш канал NotaBene24 призывает вас действовать творчески и обращать внимание на мальчика, будущего мужчину, видеть в нем этого мужчину уже с молодого возраста. Вот помогут нам в этом психологи с такими нестандартными подходами, как Константин Обшаров. Я вас благодарю. Будем здоровы. Я вообще считаю, что то, что в Перми появились психологи, которые работают с мальчиками, это просто здорово. То есть в мое детство такого не было. Такой роскоши. Такой роскоши не было. Благодарим, Георгий Сочиня. Будем здоровы.